clauses of NATO membership state the US can and will depose Europe's governments on the orders of the White House. Even if the electorate were to show a different inclination, secret protocols guarantee alignment by any means. By any means means exactly that. Early NATO whistleblower Hans Otto exposed, quote, kill lists of leading European politicians that defied investigators' beliefs, but were subsequently confirmed by police. Officers found 15 pages of members of the German Communist Party to be assassinated, and 80 pages on Germany's Social Democrats, one of the two major parties in the country. The documents state these assassinations would take place in case of X. X may refer, writes NATO scholar Dr. Daniel Ganser, to mass protests against a US-backed government or an election victory of a genuinely left-wing party. В отношении политики Киева я бы хотел сказать еще два слова. Политика Киева ориентирована действительно на геноцид всего населения Донбасса. Они, не стесняясь, уничтожают социальные объекты, разгромили самый лучший в Европе аэропорт, не моргнув глазом. Я уже не говорю про чудовищные жертвы, но это гигантский инфраструктурный объект, которым Донбасс гордился. Они уничтожают социальные объекты, больницы, детские сады, школы. То есть фактически они для Донбасса готовят участь, точнее для народа Донбасса готовят участь крепостных, рабов. И они этого не скрывают. Достаточно послушать выступления главных идеологов киевских нацистов, таких как Ляшко, например. Да, и Порошенко не намного от него ушел. То есть фактически они Донбасс рассматривают как чистый источник дохода, как средство выкачивания прибыли за счет чудовищной эксплуатации населения. Население без того эксплуатируется, мы знаем, крайне жестко. Зарплата выплачивается низкая, в конвертах, пенсионный фонд разорен там. Экологические условия труда, безопасность труда на уровне, если не прошлого, не позапрошлого, то уж прошлого, и даже хуже, чем прошлого века. То есть фактически идет беспощадная эксплуатация людей, и они стараются создать такие условия, при которых все иждивенцы уедут. Все, кто не связан конкретно на работах, на заводах и на шахтах, они выдавливаются. Это беженцы, которые мы сегодня принимаем на нашей территории. То есть киевская власть беспощадно громит социальную инфраструктуру Донбасса. Также, я думаю, они не заинтересованы, особенно там, в машиностроении и в науке, поэтому и не жалеют машиностроительных заводов, которые ориентированы на жесткую кооперацию с Россией. Без России выжить все равно не смогут. И очевидно, что Соединенные Штаты, которые полностью контролируют сегодня киевских нацистов, лично Порошенко и все киевское правительство, толкают их на войну с Донбассом до конца. Вот в этой связи я, с одной стороны, хотел бы Федор Александрович немножко возразить в том, что вы говорите, есть какой-то предел. Нет предела. Они уже применяют град. Тимошенко грозилась бросить атомную бомбу, и это не просто эмоции, там это вызвало такой неплохой отклик среди нацистов. Почему бы и не бросить нейтронную бомбу? Если бы она у них была, они, может быть, ее уже и бросили на Славянск. У меня сомнений в этом, кстати, никаких нет. То есть они применяют все имеющиеся у них средства и будут их применять до конца, до полного уничтожения сопротивления на Донбассе. Потому что это война, которую ведут Соединенные Штаты против нас. Соединенные Штаты их толкают на эту войну, они их вооружают, они их финансируют и они их направляют. И в этом смысле, вот Михаил Витальевич Ремезов хотел бы поддержать, что время работает на нацистов, как это ни странно. Потому что, с одной стороны, у нас такое есть ожидание, что этот режим рухнет под обломками неразрешимых социально-экономических проблем. Но Грузия же не рухнула в этом смысле. Там удалось большим трудом выбросить оттуда Саакашвили, но это не путем какого-то социального бунта, а путем демократических технологий, которые на Украине вообще-то исключены в этой ситуации. Почему время работает против нас, точнее против Донбасса здесь? Потому что американцы и их киевские ставленники взяли курс на милитаризацию Украины,
на формирование диктаторского нацистского режима, на полную мобилизацию населения против России. И хотя эта мобилизация не встречает, так сказать, всеобщего воодушевления, но тем не менее посмотрите динамику. Если в декабре нацистов было 2000 человек в Киеве, в феврале их было уже 20 тысяч вооруженных нацистов, в мае их уже 50 тысяч сегодня вместе с военнослужащими, которых они рекрутировали, в середине лета их будет 100 тысяч, в сентябре их будет 200 тысяч, мы берем планы мобилизации населения призывного возраста. Значит, к концу года они поставят под ружье 500 000 человек. Значит, ведется расконсервация военной техники. Украина обладает большой армией, она законсервирована, но промышленность харьковская сегодня работает на полных парах, что называется, восстанавливая танки и бронетехнику. Расконсервация танков, их легкая модернизация и оживление – вещь не очень сложная. И уже сегодня там не меньше 200 единиц бронетехники активно воюют. И каждый день количество бронетехники увеличивается. То же самое касается авиатехники. Авиатехника тоже расконсервируется в Одессе. То есть мы что получаем? Мы получаем мощнейшую военную машину, ориентированную против нас, нашпигованную нацистами, которые идеологически заряжены против России, которые выступают в качестве карателей и заградотрядов для военнослужащих, которые толкают военнослужащих в спину на войну. И конечной целью этого всего действия является война с Россией. То есть нам не удастся отсидеться. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир. Потому что следующая цель, которая декларируется, это Крым. И это не шутки, коллеги. Они совершенно жестко, настойчиво и последовательно толкают Украину на войну с Россией под предлогом Крыма. И Порошенко об этом официально заявил, что его цель – война с Россией, потому что по-другому Крым не вернуть. Нуланд, которая была вчера в Одессе, четко сказала, что они ждут от своих украинских агентов войны с Россией за Крым. И эта полумиллионная армада людей ринется на Крым. Сомнений в этом нет никаких. И в заключение этого своего выступления хочу напомнить известные слова Черчилля о том, что кто между позором и войной выбирает позор, получает и войну, и позор одновременно. Эта война современная, это не значит, что нам нужно сейчас наши танки двигать на Киев. Но по меньшей мере прекратить геноцид населения мы вправе, международное право это позволяет. Для этого достаточно закрыть небо и использовать тот же механизм подавления тяжелых техник, применяемых против населения, которые применили те же самые американцы в Ливии, которые сначала закрыли небо, потом с воздуха расстреляли бронетехнику, расстреляли артиллерию, расстреляли авиацию. И таким образом сделали тот режим, с которым они воевали, небоеспособным. У нас еще есть возможность это сделать. Через полгода такой возможности уже не будет. Федеративный парламент. У них уже есть орган власти, который объединяет две республики. Этот федеративный парламент имеет полномочия. То, что киевская хунта не желает вести переговоры, это просто прямое следствие того, что они не самостоятельны. Они находятся фактически в подчинении Соединенным Штатам. И мы должны, это очень важно, рассматривать украинскую территорию сегодня как оккупированную территорию США. За исключением Донбасса, где ведется сопротивление. Если мы правильно расставим понятия и точки координат, нам будет понятно, что делать. Если территория Украины оккупирована американцами с их наемниками, которые используют сегодня марионеточный режим для того, чтобы поставить под ружье все украинское население и натравить на Россию, устроить сначала гражданскую войну здесь, а потом мировую, куда втянуть и Европу, и всю Евразию в конечном счете, то очень важно эти понятия правильно определить. Тогда мы призываем другие области тоже освободиться от оккупации. Не просто присоединиться, а освободиться от оккупации, поднять, найти себе мужество, сделать такие же шаги, которые сделали на Донбассе. Вот я все-таки настаиваю на том, что нам очень важно правильно определить систему координат. А именно, что киевское руководство не самостоятельно, что это, по сути, американская агентура, американские марионетки. Порошенко выборы не выиграл на Украине. Максимум за него проголосовало 40% по оценкам экспертов. Это отдельная тема, как этот балаган под названием «Выборы» был устроен. В-третьих, территория Украины сегодня оккупирована. Это территория, оккупированная под контролем Соединенных Штатов.
Об этом масса тому свидетельств. Американцы уже легализовали там пребывание своих военных инструкторов. СБУ Украины целиком находится под контролем ЦРУ. То есть это оккупированная американцами территория. Мы должны говорить об освобождении, а не законной оккупации этой территории. И об использовании средств массовой информации для нагнетания нацистского психоза, руками которых американцы развязывают четвертую мировую войну, учитывая холодную войну с Советским Союзом. И я бы предложил наше очередное обсуждение посвятить причинам этого явления. Почему Соединенные Штаты взлелеяли украинский нацизм, натравляют его против России, организовали войну на Украине, как предлог для втравливания России в прямую военную конфронтацию с украинскими вооруженными силами в целях создания сначала межрегионального конфликта в Европе, а затем, по сути, четвертой мировой войны. Эта агрессия направлена не только против России, она направлена против Европы. В первую очередь, американцы традиционно на всех войнах в Европе поднимались. Они поднялись на Первой войне мировой, на Второй мировой войне, на Холодной войне. Все войны в Европе – это их путь к экономическому чуду, к процветанию у себя. Эта война направлена против Китая, потому что в гонку вооружений втягиваются Япония и Корея, которые сегодня объявили, американцы, точнее, за них уже объявили модернизацию систем ПРО и создание новых систем ПРО в Японии и на Корейском полуострове. Уже против не только нас, но и против Китая. Поэтому мне кажется, что мы должны понимать, что ключ к решению украинской катастрофы лежит в Вашингтоне. Там... US revives plans for a nuclear first strike on Russia coming up. So today I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. I'm not naive. Obama's duplicity is perhaps historically unparalleled. As soon as he envisioned a planet without nuclear weapons, he mushroomed nuclear weapons spending to levels above the height of the Cold War. He's expanded the infamous Bush doctrine of a nuclear strike against any country, regardless of international law. Full spectrum dominance is the official term used by his administration, meaning, quote, control everything, everywhere on sea, land, air, space, and outer space. US Space Command documents plan to even deny other nations the use of space, the one remaining power with the capacity to stop what the Pentagon calls full spectrum dominance, writes intelligence analyst William Engdahl, is Russia. By design or coincidence, crisis in Ukraine's provided the perfect excuse for US military control of the region. 10 days ago, the administration tested its Star Wars system for Eastern Europe, which will now be rolled out starting in Romania. Obama brands his system the stronger, smarter, and swifter version of Ronald Reagan's initial Star Wars program. Under the plan, the US attacks Russia with nuclear weapons, while NATO missile defense in Eastern Europe mops up any attempted response. MSNBC News writes, it's most likely and understandable Russia interprets NATO's Star Wars deployment on its borders as an unofficial declaration of war. Aerospace analysts told Global Research that US Space Command is planning a nuclear first strike on Russia as well as one on China in 2016. Bruce Gagnon of the Global Network Against Weapons in Space joins us. Thank you very much for coming on. What do we know about the first strike plans? This is in the planning process today. The U.S. Space Command practicing engaging in a first strike attack. And this is the key element here, is that these are first strike attack planning. These so-called missile defense systems are key elements in U.S. first strike attack planning. The idea is to hit China or Russia first with a first strike. And then when they try to fire their nuclear retaliatory capability, it is then that these so-called missile defense systems would be used to pick off any retaliatory strike. So after a first strike sword is thrust into the heart of China or Russia, then the missile defense shield would be used to pick off any retaliation, giving the U.S. a quote-unquote successful first strike attack. It has nothing at all to do with defense. It has nothing to do with freedom or democracy or any of those words that are used all the time to disguise the true intentions. It's all about
full-spectrum dominance. Several decades ago, the first Star Wars initiative faced intense public and industry debate. Today, the US is controlled by just six mainstream media, all totally suborned to the White House. The result is an Orwellian silence on perhaps the most dangerous issue today. Europeans may decide they want their leaders chosen by NATO, or even that they support nuclear strikes on China and Russia. Since the US-controlled mainstreams never even informed the public, these apocalyptic plans are on the agenda. The first people may hear of it would be this. Seek truth from facts. This is The Truth Seeker. Top 5, thanks very much for joining us. A senior Russian official warns that Moscow could use nuclear weapons if the U.S. targets Russia with a fast strike system, which is now being developed. Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin says Moscow is preparing a response to America's planned prompt global strike. The system would reportedly be able to hit targets anywhere in the world in less than an hour. Rogozin told the State Duma that the development of a global strike program was the most important new strategy being developed by the United States. The deputy premier noted that Moscow cannot ignore the system. To discuss that further, we're now joined by Mr. Edward Luzanski, who is the president of the American University in Moscow, and he's now joining us live via Skype from Washington. Mr. Luzanski, thanks a lot for joining us. Now, how do you judge this Russian concern about this fast strike system? Mr. Gozin, this is his job, to be a bad cop, but just yesterday, his boss, Mr. Putin, was talking differently. He was very conciliatory, and he was saying that Russia considers the United States as a partner, which we share many problems, many difficulties, and we have to work together. So he was all kind of pleasant and plain, kind of a good cop. So I think it's in politics, we often see good cop, bad cop game. And since Mr. Rogozin is responsible for Russian Minister of Defense, then this is his job to be tough. Indeed, speaking about tough, is this something that is legitimately dangerous to Russia? Of course, any new weapon system which is developed by the United States is not welcome in Russia. And actually, Putin had a commission, special commission, was working for 2 years. This commission was supposed to develop new ideas for joint US-Russia missile defense system. Unfortunately, all Russian attempts to invite United States to work with Russia didn't materialize, and this commission last week was dissolved. This is too bad, because if two most important nuclear powers, most powerful countries with lots of nuclear weapons stop talking about cooperation and start threatening each other, this is bad. It's bad for the United States, bad for Russia, and bad for the rest of the world. So I think maybe it's time to calm down and instead of threatening each other, talk about cooperation. All right, well, we'll leave it there for now, but of course, we do appreciate your insight. That was Mr. Edward Luzanski, president of the American University in Moscow, speaking to us live from Washington. Richard joins us. Really great to see you. What's going on? The United States is not prepared to tolerate governments which are unfavorable to the regime. Let's give the example of Syriza in Greece at the moment, which has just won, come top of the list in the European elections. This is an example of a government which is not going to be tolerated by the United States of America. Yeah, you wrote a prototype soft assassinations. British Prime Minister Harold Wilson, whose, quote, blasphemy in American eyes was to flirt with nuclear disarmament. Yes, it's become a little bit more difficult to, shall we say, use violent means than it was in the past. So now you're going to see a lot more of the Harold Wilson tactics, and they will now increase. And I'll tell you why. Because this weekend, the European elections were held, and this has resulted in a very large bloc of anti-Europeans, led by the Le Penista, the National Front of France, which has come out on top in the European elections. Nigel Farage, leader of the United Kingdom Independence Party in the UK, who has come from virtually nowhere to become the leader of the third largest party. This will not be allowed to happen.
So there have to be Harold Wilson-type moves now to remove those leaderships and those parties in those various countries. NATO is attempting to supersede and actually replace the United Nations, reveals former Assistant General Hans Sponik. Its revised doctrine refuses the UN monopoly on the use of force, reports Global Research News. NATO now promotes itself as the military wing of the UN itself. The doctrine reserves the right to intervene anywhere in the world where there's, quote, movements of large numbers of persons. Its newly formed Partners Across the Globe programs already incorporated Australia, New Zealand, Japan, Pakistan, and Iraq, and leads the occupation of Afghanistan. With the expected addition of states like Colombia and El Salvador, NATO will be on all six inhabited continents. Obama's foreign policy guru Zbigniew Brzezinski calls people in countries under US control vassals, a medieval term for slaves. American armed forces are now in over 150 countries. The unofficial figure, including clandestine US forces, is thought to be much higher. The Pentagon recently formed the United States Africa Command. Since then, NATO's dispatched the continent's most developed nation to a Hobbesian anarchy, overthrew the Ivory Coast and chopped Sudan's oil-rich southern half into a new state, leaving just 2.5 countries still outside its military grid. Leading military analyst, editor of the news list Stop NATO, Rick Rozoff, joins us. Great to see you. What will happen to people when the last countries fall to U.S. control? Global enslavement is the answer to that. And we see it manifested, for example, in ways that may not be immediately obvious, but, you know, after a certain amount of analysis, we can see. For example, votes that have come up in the United Nations General Assembly in the last year and a half, 2 years, particularly I'm thinking on the question of Syria, we see that the U.S., through a number of factors, you know, economic bribery, diplomatic blackmail, subversion, but also through bilateral and multilateral military programs, has been able to secure the overwhelming you know, compliance or servility of other nations. And that's one of the reasons why there's no diplomatic and political independence in nations, because they're beholden to the United States. And frankly speaking, they're fearful of U.S. economic and ultimately military retaliation should they not go along with U.S. dicta.